Вот прикрывают, не оставляют в одиночку, они выиграют всегда. Ну вот сейчас будет совсем другая игра, например. Не знаю. Потому что сейчас дальнобойная, сейчас легче играть, намного будет. Только сейчас надо вспомнить, что там у нее за спешалы идут. Пробел, ага, Е, все, я понял. Она далеко стреляет, это вообще бомбезно. Хорош, да забрали эту козу драную. Лично меня отогнали тут эти двоем козла. Слышишь, Вова, как только появляется внизу робот, идем вниз. А еще знаешь, чем хорош вулкан? Там не надо ходить вдвоем, вулкан один освобождает любого робота. Ну, не любого, конечно. Но этих вот в нижних это точно освобождает. Я отошел, шел, бы я уже вижу, что у меня. Дроны На просто меня тупо пропадают. целенаправленно валили там. Появились. Дальше, идем вниз, ныряем. О, там Сейчас. кобра. Идем вниз. Вот там сейчас проломят там. Давай, Может, давай, давай. Замочим, но тут вот там. Да состав уже замочит и без тебя, Вов. Ну там целая куча народу. Зачем там сидеть, блядь? Ладно, мне надо оживиться, я иду туда. Вов, давай иди сюда. Я ж и повторяю. Мне надо было оживиться, и шел к тебе. Я оживился, я вот прибежал уже. Что там, сильная проблема у тебя? Ну он, блин, телепортируется и валит меня. Ну что я, блин, проблема. И убегает сразу. Ну так как ты думаешь, что со мной случится? Да болит и пушит, потому что у меня мало жизни. Так я же. Я ж поддержу, что ты не бойся. Я не боюсь. Ты, может, ты на какой-то другой монитор смотришь, где я боюсь, убегаю или что? Так, все, идем за вторым. Давай добьем, вот она вот тут бегает это. Бля. Сейчас убегай, убегай, я подошел. Ну что, мне надо было за ней бежать, я вот думаю, дальше. Все нормально. Снизу. Все, мне жопа, наверное. Я убежал. Уходи оттуда. Сейчас я подойду, попробуем присунуть вулкан. Он один там, да? Да. Меня пока. Дальше стреляет выстрел, чем у него. Не лезь, не лезь на него. Так, я наживлюсь чуть. Он убежал, скорее всего. Убежал, убежал. Или он там в темноте это и спрятался. Может быть, сейчас он же. Я сейчас пока вон жизнь высасываю с этих дроночек. А, не, вулкан наверху уже. А, нет, это наш. Чуть не поймешь ни хрена. Все, идем вперед. Сейчас, подожди. Что она там рассказывает, какую-то фигню кричит на меня. Так, валим пушку тогда сейчас. Подожди, подожди, подожди. Опа, опа.
Хорош, хорош, отлично, все делаем все правильно. Этой пушечки уже хана. Так, это кто-то к нам сейчас хочет подкрасться. Пусть подкрасться, добиваем по-любому ее. Все, пофиг. Сдох так сдох. Пушку надо добить. Отлично. Все, нормально. Телепортируйся, все перейди, ну. Красавчик, красавчик. Мне кажется, что там нормально. Ты там что-то растелепортировался, бля. Убежал, молодцом. Все, я уже есть, все, нормально, нормально. Так, ту пушку снесли. Да, давай встречаем их, пацаны. Идем. Идем вниз, идем сюда, иди сюда. Идем, освобождаем робота. Там этот вархет на его. Ууу, ребятушки! Стоять, малыш. Так, у меня жизни мало убить эту пушку. А, я тоже, я иду лучше. Давай, 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 я уже начал, ну. Ты это начал? Пошел ты, блин. Лучше. Да я не знал, что так быстро, блин, закромсает она тебя. Ну ничего, Вовчик, все нормально, играем. Как по часам, за три, им две пушки снесли. Не нервничай, окей. Так, так, так. Ты иди вниз за этим кобра, а я иду помогу вулкану. Да, этот дурак стри на этого, блять, вулкана у меня здесь. Ну не надо сдыхать, уходи оттуда. Есть, убежал, господи. Так, что у нас тут творится? Ага, ты внизу, да? Да, я тут еще продавлю. Я вот смотрю, что вот вулкан и этот страйкер у нас хорошие. Реально, они там по центру сами себе спокойно давили и продавили. Так, тут этот Кобра Кай. Тут появились эти вот роботы. Внизу? Я не знаю, смогу ли я сам освободить, попробую. Не знаю, я хочу продавить верхнюю пушку с этими двумя головорезами. Окей, окей. И я думаю, что тогда с этого будет хоть какой-то толк. А я думаю, шанс у нас есть ее снести, а потом я уже переметнусь, наверное, на другой план. Все. Есть. Так, уж снес этого. Это Зел так рвет, что аж... Тут этот вот, пух летит, блядь, во все стороны. Я что-то когда Зел попробовал поиграть, я что-то не чувствовал. Я вообще, она, ну, она нормальная, она дальнобойная такая, агрессивная. Я ей все на урон кинул, короче, чтобы она могла давить, знаешь, по-конски.
Вовка, ты бы это видел. Я, короче, стреляю. Знаешь, у меня перезарядка идет спешила. Вулкан на меня такой побежал. Я ему бум пол жизни. Как ветром снесло, блин. Круто. Он офигел, он реально офигел. Все, пушку снес. Красавчик. Я знаю, что я красавчик. Еще бы. Я бы не был красавчиком. О, вот это мы их порвали, боже. Просто прибило. Как тузик грелку. О, прыгнул с три. Макака. Смотри, как его лазером снесло. Ты видел? Я тебе говорю, он аж офигел. Нет, тот лазер у нее жирный капец. Он так выносит пол жизни, просто ветром сдувает. Не, зал, блин, нормально рулит. Я люблю дальнобойных. Я кобра. Мне нравится кобра. Ну мы четко их, я тебе говорю, разыграли. Ты снизу там где-то помог, я сверху, и я считаю, все классно. Герой боя этот. Вархед, красавчик, стрим, весь фиолетовый, блин. Второе место.